Организация соревнований высокая. Местные жители любят борьбу, любят спорт. Приятно видеть, что они болеют не только за своих, но и тех, кто им нравится. Так что соревнования прошли удачно. Ну и по уровню хотел сказать, что в моей категории 4 чемпиона мира из 8 участников, то есть половина чемпиона мира, то есть уровень такой достаточно сложный и напряженный. То есть с первой схватки все начиналось весело. Так что сказать, что было легко, я не могу. Настрой один, Россия вперед, Россия сильна. И попаду ли я на следующие игры, еще неизвестно. То есть шанс один, его надо использовать и максимально выступить, чтобы для развития самбо в России и в мире. То есть, как говорится, любите самбо, занимайтесь спортом.